إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله يا أيها الناس О люди, бойтесь Аллаха Субханаху ва Тааля и знайте, что этот месяц, великий месяц, полный достоинств, месяц, который почтил Всевышний Аллах, что этот месяц он начал стремительно убывать. Он начал убывать, а это значит, что вы должны прибавить. Прибавьте благих деяний сейчас, пока еще можно наверстать. Совершайте побольше праведных деяний, может быть, вы будете счастливы. Ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как сказано в хадисе, «Кана яджтахиду филь ашри лавахир, ма ла яджтахиду фи гайрихи». Пророк, алейхиссалату вассалям, он усердствовал в последние 10 дней, 10 ночей Рамадана, так, как не усердствовал в другое время. И передано от матери правоверных. Аиши ради Аллаху Таляна, что она сказала, «Кана Набию, саллаллаху алейху саллям, иза дахара л'ашр, шадда мизарху, ва ахья лейлаху, ва айказа ахлаху». Посланник Аллаха, саллаллаху алейху саллям, когда наступали последние 10 ночей Рамадана, «Шадда мизарху», туго завязывал свой изар, то есть начинал посвящать усердие больше поклонению Аллаху Субхану ва Тааля и отстранялся от женщин. Отстранялся от женщин не потому, что нельзя в ночи Рамадана и в последние 10 ночей иметь отношения с женщинами, но потому, что пророк, алейхиссалату вассалям, в эти последние ночи, он наслаждался общением со своим Создателем, со своим Господом, приближаясь к Нему. И так он туго завязывал свой изар, ахья лейлаху, и оживлял свою ночь. Оживлял свою ночь, то есть не спал, проводя эту ночь в поклонении, в богоугодных поступках. Ва айказа ахляху, и будил свою семью. Будил свою семью, своих домочадцев, чтобы они молились, чтобы они совершали намазы, чтобы они поклонялись в эти ночи. И это забота о семье, выполнение обязанностей перед Аллахом Субхана ва Тааля за твою паству, за тех, кого поручил тебе Аллах Субхана ва Тааля. О рабы Аллах, мы должны брать пример с пророка, алейхиссалату вассалям. Мы должны уделять много внимания воспитанию наших домочадцев, наших детей, особенно сейчас, в этот месяц, побуждая их спешить к поклонению Аллаху Субхана ва Тааля, к покорности Ему. Следя за тем, как они поклоняются, объясняя им и наставляя их, о рабы Аллаха, этот месяц, месяц Рамадан, из великих особенностей его, что это не только шахру сиям, месяц поста, что это шахруль киям, что это месяц кияма, то есть ночных намазов. Это ночные намазы, это намазы таравих в мечетях. Я говорю об этом, потому что очень много людей, которые пренебрегают этим. Удивительно, о рабы Аллаха, но нам нужно стремиться к кияму Рамадан, то есть к выставлению намазов в Рамадан, выставлению намаза таравих в мечетях. Конечно, это после выполнения фарда, после выполнения обязательных намазов, бережного отношения к обязательному намазу. И в джамаате, с коллективом, потому что есть многие люди, которые, да, они совершают намаз таравих, но они при этом пренебрегают обязательными намазами, просыпают обязательные намазы. Или оставляют намаз джамаа, коллективный намаз, если у них есть для этого возможность, они оставляют его. Или не совершают намазы вовремя, или совершают намазы только, когда проснутся они. Это большая опасность у рабы Аллаха. Это опасность. Почему? Потому что Аллах, Субхана ва Тааля, Он принимает дополнительные деяния, только если человек выполняет обязательные деяния. Навафиль принимаются, если ты выполняешь фарды. Кияму лейль, ночные намазы, они всегда желательны. Аллах Субхана ва Тааля, Он хвалит своих рабов, которые молятся по ночам. И говорит, «Валлядина ябитуна ля раббиим суджадам ва кияма», которые ночи свои проводят, поклоняясь своему Господу, совершая земные поклоны и
молитвенные стояния. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Афлалю ссала ба'даль фарида салату лейл». Лучший намаз после обязательного намаза – это ночной намаз. Итак, он всегда желателен, но в Рамадан у него положение особое. В Рамадан он особо желателен, потому что этот месяц, месяц, как мы сказали, не только сияма, не только поста, этот месяц хияма, месяц ночных намазов, и пророк, алейхиссалату вассалям, он же подчеркнул для нас и сказал, «Ман кама Рамадана, иман махтисабан гуфиралю матакадда мин замби», кто будет выставить ночные намазы в Рамадан с верой, то есть верой в Аллаха, субхана ва та'аля. Вахтисабан и надеждой, надеждой на то, что Аллах Субхану Тааля непременно даст награду, то ему будут прощены все предшествующие его грехи. У раба Аллаха человеку следует, если он совершает намаз таравих, совершать намаз таравих до конца вместе с имамом, пока не закончит имам. И неправильно, когда люди говорят, я сделаю с ним 8, а потом пойду домой и дома доделаю уитр. Нет. До конца с имамом. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман кама ма'аль имам, хатта янсариф, кутиба лаху хияму лейла». Если человек будет стоять, выстаивать намаз вместе с имамом, пока он не закончит намаз, то ему будет записано стояние всей ночи. То есть ты всю ночь как будто провел в намазе. У раба Аллаха. Хияму Рамадан, ночные намазы в Рамадан. Они, желательно их для мужчин проводить в мечетях. Почему? Потому что это явный обряд ислама. Явный обряд ислама. У рабы Аллаха, пророк, алейхиссалату вассалам, он делал это. Он вместе со своими сподвижниками совершал намаз тарави в мечети. Они молились вместе с ним, за ним. Он делал это 2 ночи или 3 ночи. А потом пророк, алейхиссалату вассалам, перестал делать вместе с ними. Почему? Потому что он боялся, что Аллах, субхану тааля, сделает таравих, эти ночные намазы, обязательными, сделает их фардом. Поэтому прекратил делать вместе с ними, проводить их. Но сподвижники продолжали делать в мечетях намаз таравих, ночные намазы. Делали их группами, делали по отдельности. И так продолжалось при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. И после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, пока... Во времена Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Таалан, Умар увидел, посмотрел, что люди вот так вот совершают намаз группами по мечетям или по отдельности. И он решил возродить эту сунну пророка, алейхиссалату вассалам, и объединить всех их вместе, чтобы они совершали намаз вместе, одним джамаатом, одним коллективом, за одним имамом. И он поставил Убей ибн Каба, ради Аллаху Таалан, проводить намаз таравих, и все вместе стали совершать его в мечети пророка, алейхиссалату вассалам. Можно ли посещать намаз таравих женщинам? Да, можно, можно, но при условии, что не будет фитны, не будет искушения, как с их стороны, так и для них. Потому что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Ля тамнау има Аллах, масаджид Аллах». Не препятствуйте, не запрещайте рабам Аллаха, мечети Аллаха. И это было из деяний праведных предшественников, но женщины... И их мужья, их опекуны должны помнить, что женщина должна приходить на намаз, если она приходит в мечеть, как положено, в хиджабе, покрытая, чтобы она не была умощена духами, благовониями, чтобы она не была разнаряжена, чтобы она не выставляла на показ свои украшения. И сунна является у раба Аллаха, что женщины, они уходят с намаза сразу, как только имам дает салам. А мужчины еще какое-то время находятся в мечети. Салама, ради Аллаху Таалана, она говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, когда давал салам, давал приветствие, заканчивал намаз, женщины вставали сразу, как только он заканчивал салам, а он какое-то время еще находился, сидел, не вставал, находился на молитвенном месте. И мы, говорит Салама, понимали, считали, валлаху алям, что он делал это для того, чтобы женщины успели уйти, чтобы их не догнали мужчины, чтобы не было вот этого смешения мужчин и женщин. О рабы Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, он первые 20 ночей Рамадана
молился по ночам и спал. Но когда наступали последние 10 ночей Рамадана, вот тогда он засучивал свои рукава и завязывал туго свой изар, и будил свою семью, и проводил ночи в поклонении. Сподвижники, они следовали этому примеру пророка, алейхиссалату вассалям. Они подолгу совершали ночные намазы в последние 10 ночей Рамадана в джамаате, вместе. Это были долгие намазы. Имамы читали намаз долго. Так что маамумы, то есть молящиеся, они опирались на палки, опирались на посохи, потому что намаз был долгим, и заканчивали намаз уже в преддверии сухура, в преддверии окончания времени, ночи, так что оставалось немножко времени совсем, чтобы успеть совершить сухур. Почему? Да потому что это считанные дни. Это всего несколько ночей, таких великих, с таким достоинством. Будет у тебя еще эта возможность получить их? Или не будет? Эти 10 ночей, среди которых Лейлатуль Кадр, среди которых ночь предопределения или ночь могущества, о которой сказано: «Ман камаха иманан вахтисабан гуфира лау ма тақаддама мин занби». Кто эту ночь, Лейлатуль Кадр, проведет с верой и надеждой на награду Аллаха, прощены будут ему все предшествующие его грехи. Ну, послушайте, вы скажете: я слышал это много раз. Но сердце пусть услышит и вспомнит. Аллах, твой Господь, говорит про нее: «Хайрун мин альфи шахр». Лучше, чем тысяча месяцев. Представь, деяние, которое ты совершаешь в эту ночь, лучше, чем деяние, которое совершает человек в течение тысячи месяцев. Одна ночь лучше, чем тысяча месяцев. Тысяча месяцев, то есть сколько это? Это 30 тысяч. 30 тысяч ночей. Одна ночь больше, чем 30 тысяч ночей. Одна ночь, которая больше, чем 83 года поклонения Аллаху Субхана ва Тааля. Представьте, человек проводит 83 года полностью, эту долгую-долгую жизнь полностью в поклонении Аллаху Субхана ва Тааля. Вот цена этой ночи, Лейлатуль Кадр. Когда эта ночь? Вне всякого сомнения, она в месяц Рамадан. Нет сомнения. Почему, вы скажете? Это потому, что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Шару Рамадан, аллази унзиля фи Куран». Месяц Рамадан, в который ниспослан Куран. Итак, Куран ниспослан в Рамадан. И про Куран сказано: «Инна анзальнаху фи лейлати кадр». Мы ниспослали его, Куран, в ночь кадра. В ночь могущества, значит. Лейлатуль Кадр, она в Рамадане. Вне всякого сомнения. Более вероятно. Пророк, алейхиссалату вассалям, указал на это, что она вот в этих последних 10 ночах Рамадана, «Тахарраву лейлатуль кадр фил ашри лавахир мин Рамадан». Ищите ночь кадра в последних 10 ночах Рамадана, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, а особо вероятно, что она в нечетных ночах, и сказано пророком, алейхиссалату вассалям: «Ильтамисуа фил ашри лавахир, вальтамисуа фи кулли виттер». Ищите ее в последних 10 ночах и ищите ее в каждой нечетной ночи. И так точно неизвестно, когда она. Она среди этих 10 ночей. Вероятней, что это нечетная ночь. Но это может быть любая из этих 10 ночей. Аллах скрыл от нас, когда именно. Почему? Ученые говорят, великая мудрость в этом есть. Почему от нас скрыто? Да чтобы ты усердствовал в течение всех 10 ночей, а не только в одну ночь. Потому что если люди будут знать точно, какая из этих ночей, то многие из них проявят ленность. Проявят ленность и будут поклоняться только в эту ночь. А это испытание. Ищи ее. Ищи эту великую ночь среди этих 10 ночей. О, рабы Аллаха, Рамадан. Рамадан – это великое время. О, рабы Аллаха, используй это время, совершая еще одно поклонение. И я вижу, что мы пренебрегаем этим поклонением. Удивительно. Тилаватуль Куран. Чтение Курана. Чтение Курана в этот месяц. У него особое положение, потому что ниспослание Кур'ана началось именно в этот месяц, в месяц Рамадан. Читать Кур'ан, сколько побуждений в книге Аллаха и в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, для нас читать Кур'ан. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна ладзина ятлюна китаб Аллах, ва акаму ссала, ва анфаку мимма разакнахум сирна ва аляни, ярджуна тиджаратан лан табур, ли уаффиям уджурам ва язиду мин фадли, иннаху гафурун шакур». Поистине те, которые читают книгу Аллаха и выстаивают намаз, и расходуют из того, чем мы их наделили, тайно и явно, они надеются на торговлю, которая не будет убыточной.
Аллах обязательно тебе даст за это великую награду. Эта торговля не убыточная никак. Чтобы воздать им полностью их награды, и еще добавить от своих щедрот, поистине он прощающий, благодарный. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Экрауль Кур'ан, фаинну яти йаумал кьямати шафиан ли асхаби». Читайте Кур'ан, потому что он явится в судный день. Это твое деяние, это твое чтение, как заступник за тебя в судный день, за тех, кто читал Кур'ан. Поэтому читайте много Кур'ан, особенно сейчас, в этот месяц. В этот месяц, когда он был ниспослан, Джибриль, алейхиссалям, являлся к пророку, алейхиссалату вассалям, каждый Рамадан. И вместе с ним, встречаясь, проходил с ним Кур'ан от начала и до конца. А в последний год жизни пророка, алейхиссалату вассалям, два раза прошли Кур'ан они вместе, от начала и до конца, для укрепления, для закрепления, уточнения. О, рабы Аллаха, предшественники наши праведные, они очень много внимания уделяли чтению Кур'ана в месяц Рамадан, внутри намаза и вне намаза. Зухри, великий имам Ахлясунна вальджамаа, он говорит, когда наступает Рамадан, то это тилаватуль Кур'ан ва итъаму таам. Это чтение Кур'ана и кормление едой, то есть кормление постящейся, кормление ифтаром. Были предшественники, которые за Рамадан заканчивали Кур'ан, совершали хатам несколько раз, много раз. Поэтому берите с них пример, о рабы Аллаха, устремившись к чтению Кур'ана в этот месяц. И знайте, что чтение Кур'ана, оно имеет свои правила, оно имеет свои адабы. Во-первых, запомните, это очень важно. Делайте это искренне только ради Аллаха Субхана ва Тааля. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Экрауль Кур'ан, вабтагу бихи ваджха Аллах азза ва джалля». Читайте Кур'ан и стремитесь посредством этого к лику Аллаха. «Кабля ятия каум, юкимунаху икамат аль-кидх, ятааджалунаху ва ля ятааджалунаху». Пока не наступит такое время, когда появятся люди, которые будут читать его правильно, как выпрямляют стрелы. Да, и таджвид, и красота чтения, все правильно, все красиво. Но они, это аджалюна, они хотят скорых благ, земных благ за это, и не хотят вечных благ. Земных благ, либо денег за это хотят, либо славы, что про него сказали, как он красиво читает, какой он чтец и так далее. Из норм, из правил чтения Кур'ана, о рабы Аллаха, что ты, когда читаешь Кур'ан, размышляй над тем, что ты читаешь. Он не способен для размышления, для понимания, а не просто для чтения. Пусть твое сердце будет полно благоговения и смирения, когда ты читаешь Кур'ан. Когда ты читаешь Кур'ан, вспоминай, что Аллах обращается к тебе, потому что эта книга – это обращение к тебе, Создателя твоего, потому что это калям Аллах, это слово Аллах Субхана ва Тааля. Еще из норм чтения Кур'ана, что читать его следует в состоянии ритуальной чистоты, в состоянии тагара, потому что это уважение к книге Аллаха, это возвеличивание книги Аллаха. Перед тем, как начать читать, произнести истиазу, то есть прибегнуть к Аллаху Субхана ва Тааля от шайтана, потому что говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Фаиза карат аль-Кур'ан, фастаиз билляхи минаш шайтанир раджим». Когда ты читаешь Кур'ан, то прибегай к Аллаху от прогоняемого шайтана. И говори. Сунна пророка, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, мин хамзихи ва нафхихи ва нафсихи». Прибегаю к Аллаху от прогоняемого шайтана, мин хамзихи, от его наущений, ва нафхихи, от его высокомерия, ва нафсихи, от его колдовства. А говорит ли бисмилляхи рахмани рахим? Если это начало суры, тогда говори. Если это начало суры, тогда говори, кроме одной суры. Сура Тауба, сура покаяния, там нет бисмилляхи рахмани рахим в начале этой суры. Еще из норм, из правил чтения Кур'ана, что нужно стараться читать его красиво, красивым голосом, потому что, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, ни к чему так Аллах не прислушивается, как прислушивается к чтению пророка, который красивым голосом читает громко Кур'ан. Но, о раб Аллаха, если ты читаешь Кур'ан, а возле тебя другие люди молятся или читают Кур'ан, тогда не повышай свой голос так, чтобы мешать другим. Потому что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Ля яджхар ба'дукум аля ба'дин фил Кур'ан». Пусть одни из вас не читают громко Кур'ан при других, так что это мешает. Еще из норм чтения Кур'ана – читать Кур'ан размеренно. Не читать его с большой такой сильной скоростью, как будто ты декламируешь или тараторишь стихи.
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Читайте Коран размеренно, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Потому что так ты будешь понимать смыслы, потому что так ты будешь правильно произносить буквы. И посмотрите, что сказал Ибн Масуд, ради Аллаху Тааля. Он сказал, не сыпьте его, как песок. Не сыпьте Коран, как сыпят песок. И не тараторьте его, как тараторят стихи. قِفْ عِنْدَ عَجَائِبِهِ. Останавливайтесь, когда слышите, когда читаете удивительные вещи, которые там есть. وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبِ. Приводите в движение посредством него, Корана, свои сердца. И пусть не будет вашей заботой и вашей задачей закончить суру побыстрее. Читать быстро? Да, можно. Греха нет, если только ты не нарушаешь произнесение слов. Но если ты уже нарушаешь, то это харам, потому что это искажение книги Аллаха Субхана ва Тааля. Мы просим Аллаха Субхана принять от нас наше поклонение. Акуля хазаль каулю, астагфируллах ли ва лакум.